На 89-м году ушла из жизни советская российская оперная певица и актриса, народная артистка Удмуртской республики Маргарита Голосеева. Она родилась 26 мая 1934 года в Глазове. Окончила в 1959 году консерваторию с квалификацией концертной певицы. Далее была направлена в Ижевск, в Удмуртский музыкально-драматический театр, на сцене которого более чем за 40 лет исполнила около сотни музыкальных партий в музыкальных постановках. В репертуаре Маргариты Голосеевой были арии из опер и оперет, куплеты из водевилей, романсы, эстрадные народные песни, исполненные на русском, удмуртском и итальянском языках. Среди них арии «Оки» подруги Натальи в премьере, поставленной в 1961 году первой национальной удмуртской оперы «Наталь». В 1994 году снялась в фильме «Тень Алангасара». Помимо работы в театре занималась преподавательской деятельностью. Среди ее учеников народные артисты Удмуртии Геннадий Кузнецов и Иван Русских.